Нормально, мы не против. Много выходных, работаем. Надо работать. Раньше был выходный, люди до этого привыкли. Хай бы так оно и было. Отрицательно ставлюсь. Я считаю, это праздник уже стільки років, я думаю, что он должен и так само и 9 травня, и все остальные. Якось, ну, без разницы, честно. Отрицательно. Плохо. Очень плохо. Очень плохо. Потому что надо отдыхать в такие праздники. Конечно. Я за. Одного дня выстачить, а то в травне одни выходные. Отрицательно. По мне, все праздники, которые были при Советском Союзе, они должны быть.